Ask you what's your motivation? Are you driven? Are you bold? Can you turn this into something on your own? I gotta ask you. Да, хорошие игры удались, они разные были. Вчера мы немножко, я думаю, что потеряли нить игры, где-то эмоции захлестнули нас, в концовке хорошо, что выиграли. Сегодня совсем по-другому мы вышли на игру, мы были намного более организованы, более солидный хоккей сегодня показали. Да, реализация моментов немножко хромает, не хватает нам немножко, может быть, уверенности в концовке. Но продолжали гнуть свою линию. Игра шла, скажем так, и хорошо, что в третьем периоде, да, забили свои голы. Да, первые два матча, сумасшедшая атмосфера, огромное спасибо болельщикам, что пришли поддержать нас. Стараемся радовать вас, стараемся играть интересно для вас, азартно. Огромное спасибо за то количество людей, которые просмотрели и болели за нас первые эти два матча. Ждем вас, еще две игры дома, нужна ваша поддержка, спасибо. Итоги матча мы подводим с главным тренером хоккейного клуба «Орлан» Павел Валентенко. Павел Александрович, ну, понятно, что счет не в вашу пользу, но тем не менее комментарии по игре. Ребята старались, отдали очень много сил. Вчера особенно много эмоций, была игра совершенно другая. Сегодня она получилась до первой ошибки, я считаю. Глупый отскок шайбы, перескочила клюшку. Не повезло. Ну, так уж сложилось, что уже трижды вы сыграли с Сарой Аркой, и пока не удается их победить. Чего не хватает с точки зрения вашей? Голов. Ничего больше. Настрой у нас запредельный. Ребята заряженные. Не хватает просто вот уверенности. Мы будем работать над этим. Ну, в целом, для матча открытия, я думаю, матч смотрелся, если абстрагироваться и посмотреть в совокупности, особенно матч накануне. Да, конечно, вчера совершенно другая игра была. Я еще раз говорю, ребята отдали вчера много эмоций и сил. Сегодня так сложилось, Сара Арка была сильнее. Александр, желаем вам удачи, спасибо.